Городской округ вновь принял у себя спортсменов со всей Московской области. В «Триумфе» прошло открытое первенство по чирспорту. В соревнованиях приняли участие более 30 команд. За их зрелищными выступлениями наблюдала наша съемочная группа. В уходящем году в мире чирлидинга произошло важное событие. Этот вид спорта официально признали олимпийским. И без того популярное направление стало еще более востребованным. В одном только городском округе Люберцы открыто 15 клубов по чирспорту, в которых занимается около 600 детей. Федерация полностью покрывает расходы на инвентарь спортивный. Родителям не надо приобретать маты, не нужно тратить свои деньги на, например, утяжелители, которые также немаловажны. Поэтому федерация с очень большим трепетом относится к своим детям, и в том числе, возможно, даже костюмы можно будет приобрести за счет федерации. На открытом первенстве честь городского округа Люберцы отстаивали 10 команд. Всего же на спортивные состязания приехали дети из 11 муниципалитетов Подмосковья, а также из Москвы. Общее количество участников – 500 человек. Будем стараться и надеемся только на победу. Надеюсь, только на победу зависит все от нас. Мы будем поднимать человека, подкидывать, крутить разные... Трюки разные делать. Да, трюки. Но чирлидинг – это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Энергичные спортивные танцы сочетают в себе элементы акробатики, гимнастики и хореографии. Выступления юных спортсменов распределили по нескольким номинациям и возрастным группам. В каждой из них определился сильнейший. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.